think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня прохождение одной интересной локации, Heroes Trial. Я здесь ее вообще не фармил, но надо ее начинать фармить. Заодно хочу протестировать свои герои. Постройки некоторые мы докачали чуть-чуть, а некоторые надо еще качать. Так, будет у нас Феникс, Космо такой. Райку, наверное, с воодушкой сделаю. Так, есть у нас воодушки еще пока что. Это хорошо. Попробуем. И зефирка. Что, мне на зефирку не хватит воодушки, что ли? Да ладно, что у меня так мало воодушевлений. Да, печалька, печалька. Ладно, он, в принципе, сбоку будет. Поехали, попробуем. Начнем. Начнем фармить самоцветы, потому что тут они падают. В принципе, заодно и посмотрим, сколько самоцветов мы сможем вытащить. Плюс один купидон. Это серьезно. Поехали дальше. Ниндзик. Плюс два. На третий будет плюс 3. Да, жестко, жестко. Плюс 2. Так, тыковки. L4. Я показывал шансы. Где-то в среднем со 100 карт падает одна эмблема. У 9-го таланта. Руна, точнее, не эмблема. Но это реально очень мало. Так, L5, плюс один осколок. Интересно, с каким шансом здесь падает карта, потому что я думаю, что карту здесь вытащить это... Так, это плюс один был, поехали, седьмая. Это мы проходим сейчас на легком режиме, поэтому все так кажется изи просто. У меня плюс 30 и максималки, поэтому оно таки... легко, но дальше будет веселей. Если я на основе некоторой волны не смог затащить, то не факт, что здесь я смогу их затащить. Так, Атланта прошли. Снова 9 есть. Опять тыковка. Ну, легкий лавел, тут ничего сложного нету, но без него мы дальше не пройдем. Так, отлично. Плюс 2. Че, у меня нету карт? Вот и все, ребятушки. Это называется приплыли. То чувство, когда ты там разогнался куда-то. А попыток не хватает. Вот такие вот дела. Да. Жизнь боль, в общем. Что-то я так решил замахнуться, и в итоге... В итоге просто печаль. Так, а ну сейчас откуда можно получить карточки? Сундуков форта. Не, отсюда падают пропуска на волны. Сейчас я вспомню. Откуда же должны они падать? Так, это сундуки защиты. Не помню уже с каких сундучков они где-то падают. Правда, там шанс такой. Да, печаль, печаль. А я-то надеялся. Т.
Так, тут у нас падает на этих насмотров на гильдийскую локацию. Вот тоже фигня, по сути. И все? Блять, облом. Облом жесткий. Видите, надо все-таки так фармить, потому что получается. Нифига сделать не можешь. Блин, я уже завтыкал, откуда они падают? За донат то однозначно, потому что у меня на основе дофига. А вот так, ну, дают бонусами. Иногда. Ну, на халяву. А еще где-то. Но зато получим хотя бы этих расходников. Блин, это пипец. Это просто пипец, ребята. Так, а ну сколько у нас карт есть? 14 карт. Давайте попробуем зафармить. Хотя бы посмотрим на волну АК. Что мои герои сейчас смогут сделать? В прошлый раз мы бегали, я даже не смог вторую пройти. Вот видите, сейчас демон удачно зашел, и вот когда он заходит, надо лисицу, наверное, поставить на феникса, либо лис блокирует. Это идеальный вариант. Но космо у нас уже отлетел от этого идеального варианта, конечно. Надо все-таки будет попробовать докачать здание и сделать расту, раскидывать здание, нанять юнита, проходить, потому что волна АК должна быть зафармлена. Тем более у нас практически все герои есть, то есть у нас не хватает 20 осколков божества всего лишь. Да ладно, не успели убить? Вы что, прикалываетесь? Офигеть просто. Ну, давайте попробуем другой вариант. Закину землеройку еще дополнительно. Вместо Фрейи закинем лисицу. В принципе, можно сделать еще одну воодушку для зефира, думаю. Мне все равно девятки по сути не нужны. Сделаем, конечно. У нас все ушло на прорывы. Нехватка красных кристаллов. Так, а у нас нету этих сундучков. Ладно. Короче, везде сегодня печальный какой-то облом. Где? Обломиська называется. Ну, блин, там не пофармили, там не сделали. Что-то музычка какая-то странная. Эх, вот она жизнь, ребята, без доната. Это не жизнь без доната, конечно, я шучу. Но печалька. Хотелось сегодня зафармить. Хотя бы зафармить пришествие, но нифига не получилось у нас. Облом, короче, полный причем. Ну, придется, значит, качать сегодня героев. Что у меня по расходникам? Надо будет красных кристаллов. А, есть, фу ты. Плюс 18 тысяч. Я такой думаю, да, сейчас кристаллов нафигачу. 1200, может, хватит, хренушки. Нифига не хватило. В общем, такой вот, ребятушки, видосик. Зафармили, пофармили, поугарали, потрешивали. Ну, буду пробовать дальше. Уже, думаю, скоро начнем фармить волну
АК более стабильно, я хочу насобирать пропусков хотя бы штук 100. И плюс я уже начал фармить восьмую кошмарку, я все так никак не добрался открыть видос 8.1. Ну, с моими героями, в принципе, ничего тут сложного нету для фарма. В общем, такие вот дела. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.